Миллионы лет назад на Земле зародилась жизнь. Первыми на этой Земле после крещения появились животные. Они жили в гармонии друг с другом. Но все изменилось, когда природа сотворила вид, который впоследствии уничтожил сотни других видов. Это человек Хомоса. Именно он изобрел военное оружие, чтобы убивать себе подобных. Каждый год вольно гибнут 40 тысяч человек. По вине человека истощалось много энергии. Происходят изменения в экосистемах. Что мы, люди, сделали с теми, кого приручили? Thank you.
Богу теперь посмотрите! Да, и запомните, это так просто. 2013 год — это год Орла на Белохвоста.